Друзья, всем привет! Оделась в лавандовый цвет. Как вам? Вот эти штаны, просто я их все забрала с магазина. Мне очень они понравились. Это мои себе оставила. Они продуваемые, не мнутся, хорошо стираются, сохнут. У них летом самое то ходить. Так, кофту вот эту одела Nike. Лавандовый прям подошла. И думаю, покажу вам сейчас очки. И представляете, тоже такой же чехол. Цвет такой же. Так, я, вы знаете, хотела бы ответить на вопрос, потому что его очень любят задавать наши соотечественники, мои соотечественники из России. И этот вопрос звучит так. Ну, что ты добилась тут в этой Америке, за эти года ноль ты без палочки, ноль. И ничего ты не добилась, и никакой язык ты не выучила, и никакой бизнес не построила, и образование не получила. И, в общем, знаете, все вот в этом роде, и работу хорошую ты не получила. И вот, вот все в таком духе. И мне кажется, что люди даже некоторые не понимают, что не обязательно это заканчивать, сидеть там, этот язык учить всю свою оставшуюся жизнь, долбить его тут, время на это тратить, на то, что вам никогда не понадобится. Зачем я буду изучать сферу самолетостроения, если мне она в жизни не пригодится, эта тема, не пригодится. Я выучила язык на том уровне, на котором мне комфортно. Все, я могу все проблемы решать со своим языком, с таким неочемным. Просто вас так это волнует, это даже меня не волнует, так как это волнует людей, которые меня смотрят. У меня вообще уже этой проблемы нету. Она почему-то у вас, глядя на меня, как будто бы вы со мной общаетесь где-то в Америке постоянно, и вас это напрягает. Я с вами не работаю, у меня канал на русском языке. Какая вам разница, на каком языке, на ломаном я тут не на ломаном общаюсь. Дела делаю, слава богу. И вот там все спрашивают, что ты добилась, что ты добилась. Да я ничего не добилась, господи. Вот очки Гуччи купила себе. Вот добилась, что у меня очки Гуччи разные. Как вам? Ну это же эксклюзив. Вот, добилась, купила вот такие очки. Буду сейчас носить и радоваться. Ой, и знаете, я вот так вот думаю, надо же. И люди, многие, они даже не понимают, что самое классное, чего ты можешь добиться в жизни, это жить в свое удовольствие, наслаждаться жизнью в прекрасном штате, в прекрасном, с прекрасной погодой, с прекрасной природой, с прекрасными людьми, которые меня здесь окружают, которые меня не изводят, не обзывают никак, нервы мне не мотают, что я добилась, я живу с человеком, который меня не мучает, он меня не донимает, он не приходит сопли на кулак, вот так вот не мотает, что ой, все плохо, как нам жить, что нам делать, что ты это не сделала, что ты это не приготовила, а почему тут так, а тут сяк. Блин, господи, меня никто не плющит. Потому что многие люди, которые вот живут всю жизнь в таких отношениях, когда их постоянно кто-то изводит, родители, потом они получают образование, учатся, их преподаватели изводят, потом они замуж выходят, их муж изводит, ну или жена мужа, неважно. И люди все время вот в этом живут. Потом, чего я добилась? Господи, да у меня кредитов нету. Нету кредитов, я живу без этого, у меня нету каждый месяц проблемы, как мне отдать кредит, так, нужно бежать в другой банк, брать там кредит, перекрывать этот кредит, проценты растут, и ты как замкнутый какой-то круг у тебя по жизни, ты бегаешь, эти долбанные кредиты отдаешь, а хочется ведь съездить куда-то. Ты смотришь, тот поехал, этот поехал. О, я тоже хочу, тоже хочу. Эти кредиты еще не отдал, бежишь, берешь следующий, у тебя долг растет. И вот ты как бешеный в этом ритме живешь. И какое же удовольствие, когда у тебя нету вот этих проблем.
У меня нету проблемы, что мы с мужем в однокомнатной квартире тут это трёмся постоянно, да? Места нам не хватает. Господи, у нас большой дом, у нас два дома. И это так прекрасно, что у нас-то проблема решена. Понимаете? У нас не болит голова, у меня спрашивают, я что добилась? У меня не болит голова о том, где мне завтра жить. Как мне заплатить за это съемное жилье? Как, чтобы у меня там, не дай бог, блин, спина не заболела, голова, не дай бог, там еще что-то заболит. И люди от этого даже еще больше стрессуют, что как они будут тут это оплачивать. Господи, у меня документы есть. Потому что я делала все правильно, понимаете? У меня нету нервотрепки, что у меня нету здесь в Америке документов. У нас в мире все меняется вот так вот. За одну неделю. Все, тут опять выпустили закон-то, что границу перекрыть и будут сейчас депортировать людей, которые прошли без всяких там этих графиков, ну, где-то там записывать себя толком, не знаю, эту систему, что там ты вписываешься, тебя под какой-то программе пропускают, но ты также можешь прошмыгнуть на машине. Вот так вот прошмыгнешь через границу, сюда приехал и начинаешь легализовываться. Сейчас таким людям здесь невозможно легализоваться. И они каждый раз живут и вздрагивают, что, ой, все там, сейчас этот Байден что-то закон выпустил, Трамп придет, это ужасно будет, а у меня здесь вообще ни одной бумажки, без бумажки я какашка или букашка, кто там. И понимаете, эти люди тоже в стрессе живут. У меня этого нету. У меня есть документы. Сегодня захотела, полетела в Европу. Захотела, полетела в Россию. И поэтому самое главное, что я добилась здесь, в Америке, в этой жизни, это получение от жизни удовольствия, проживание своей прекрасной жизни. Она у меня каждый день, понимаете? Каждый день у меня прекрасен. Мне не надо ждать каких-то праздников. Мне не надо ждать красивой солнечной погоды, потому что там она у меня бывает раз в месяц, допустим. Ну, я живу где-то вот в таком месте, где постоянно холод, слякоть, там дожди. И ты сидишь и ждешь. Ой, так охота на велосипеде покататься, а погода-то уже месяц, блин, не дает этой возможности. И вот сидишь, выжидаешь. Я не выжидаю. Я беру завтра этот день и пользуюсь им. У меня здесь нету ни дней, ни чисел, ничего. Как это говорят, счастливые часов не наблюдают. Вот чего я добилась. Что я их не наблюдаю. У меня каждый день прекрасен. У меня понедельник мой любимейший день. Такой же, как и пятница, суббота, воскресенье. У меня все дни прекрасные тут. И поэтому, как вы мне там пишете, образование не получила. Как там сейчас ходит мем-то? Еще один прекрасный день мне не понадобились. Ни сопромат, ни что там, контенгус, формулы эти все, геометрия, высшая математика. И оказывается, я без этого прожил свой следующий прекрасный день. И вот этими комментариями вы мне все время пытаетесь навязать какую-то очень сложную жизнь, которая мне не нужна. Не нужна она мне. Не нужно мне это ваше высшее образование, которое вы мне все время суете. Не нужно мне знать английский лучше, чем американцы. Не нужно. Если даже я его не знаю на этом уровне, здесь берешь телефон, звонишь и говоришь: дайте мне, пожалуйста, переводчика. Все, вам предоставляют переводчика, и вы решаете все свои проблемы. Вам переводят, вы говорите на русском, переводят англоговорящему человеку на профессиональном английском. Если вы не хотите по телефону, господи, тут полно людей, которые когда-то где-то уже выучили, с детства тут живут, этот английский на таком уровне, что вы его нанимаете, и он будет ваши все проблемы решать. С вами ходить везде. Нету с этим проблемы. Зачем вы мне ее вешаете и заставляете меня делать то, что мне необходимо для жизни, и здесь не так и важно. По бизнесу. Господи, да я занимаюсь своим этим бизнесом. И занимаюсь. Пусть он у меня
меня небольшой. Пусть он мне не приносит много денег. Мне хватает этих денег. Если вы хотите, чтобы у меня этот бизнес был большой, и я бегала жопу в мыле, мне этого не надо. Это вы хотите видеть, что у меня тут проблемы, что я там вся измотанная, нервная, бегаю, вот этим занимаюсь. Я могу так себе это сделать, но я этого не делаю. Потому что зачем мне это надо? Пусть он у меня маленький, у меня проблем хватает. Поверьте мне, даже с таким бизнесом. Везде хватает проблем. И в Екатеринбурге с офисом, и здесь. Мне достаточно получить этого адреналинчика. С Ютубом. Ну да, тоже можно его развивать. Потому что это нужно ходить, делать коллаборации, делать интересные интервью, приглашать людей, самой там что-то, самой такие темы подбирать, которые я, конечно, знаю, что сразу же у меня там будет не 3000 просмотров, а 10 тысяч просмотров. Знаю, что надо делать короткие видео, они очень хорошо заходят. Но это же все делать надо, это я должна уже делать выше своих сил. Зачем? Меня устраивает то, что у меня вот это сейчас есть. Я не знаю, если мне не будет хватать, то да, я поднапрягусь это и что-то там буду больше делать. Но мне этого не надо. А зачем я буду делать? Потому что это вам надо. Вам это не нравится, ни мое образование, ни бизнес. И канал тоже не растет. Мне многие пишут, у тебя канал не растет. Ну не растет и не растет. Мне достаточно того, что у меня вот есть сейчас. Я даже горжусь собой, что я столько лет удерживаю, в принципе, такие, ну, не совсем уж маленькие просмотры. То, что подписчики не растут, ну, не растут и не растут, ну, я что сделаю? Значит, неинтересно им смотреть. Значит, нужно думать, как их завлекать, а мне вообще неохота даже голову себе заморачивать. Я лучше, знаете, поеду цветочки посмотрю, фильм какой-то посмотрю, чем с этим заморачиваться. Потому что у меня нету необходимости этой. Добилась, вот того и добилась. Очки Гуччи, пилю контент на Ютубе ни о чемный, который не растет. Занимаюсь ни о чемным бизнесом. Как бы вот и все, ничего особенного, но живу в удовольствии. Для меня самое главное это свобода и жить с человеком, с которым ты получаешь каждый день кайф, который тебя не плющит. Вот, я вам все сказала, что я добилась. Прекрасной жизни. Вот и все. Ну все, всем пока. Надеюсь, ответила на этот вопрос. Так всех волнующих. Что же. Вот тоже. Вот и все. Больше ничего не могу сказать. Пошла в новых очках Гуччи я воображать. Напишите, понравились вам очки или нет. Давайте даже поближе вам покажу это произведение искусства. Ну все, всем пока.